Здравствуйте! Вы смотрите четвертый сезон телевизионного проекта «Тропами Алании», посвященного осетинскому эпосу «Нарты». Мифоэпическая картина мира получила свое вербальное отображение во многих произведениях осетинской художественной литературы. Сквозь призму нартовских сюжетов, мотивов и образов писатели искали идеалы и ответы на извечные вопросы. По мнению Абаева, изучение ранних письменных памятников литературы каждого из народов немыслимо вне связи с их эпосом. Осетинский фольклор, как мы знаем, богат и разнообразен в жанровом отношении. И самый древний и мощный пласт в нем составляют эпические сказания – кадаги. Говоря об этом величайшем творении народного духа, очень часто цитируют Вальдемара Пфафа: «Песнь о нартах осетин слушает до сих пор с таким же благоговением, как мы, европейцы, Евангелие». Барнджинг Ахсов Баку, то и нарты качта айвадон литература мадар. Нарты качта иш и гауку младу нап. Ирунадам забавар то иша курахон зинат, ша жонт. Умагышка вацаган фэшчитай тэнгбирата райш то и нарты качта. Мотив там гашка на фэштой тэнгбира уасмышта. В осетинской литературе выстраивается весьма внушительный ряд, несомненно, выдающихся писателей, творчество которых апеллирует к эпическим мотивам. Нартовский эпос стал таким мотиватором и катализатором появления художественной литературы у осетин. Первоначально старались именно какие-то параллели провести с нартовским эпосом и даже какие-то сюжеты переложить на нартовский эпос. Это, в принципе, делалось не только на начальном этапе, но и даже в современной осетинской литературе этот процесс продолжался. К примеру, первым таким произведением можно назвать произведение Блажка Гуржубетия «Сахарасухт», «Шахская красавица». И вот в этом сюжете именно прослеживаются те же архетипы, что и в нартовских сказаниях. На этапах пути, исторического пути осетинской словесности, степени формы востребованности нартовского наследия были различны. Осетинские классики, и в первую очередь Коста Хитагуров, когда они обращались к эпическим сюжетам, мотивам, образам, они творчески, в большинстве своем, творчески перерабатывали их. Одним из первых в своем литературном творчестве к мифопоэтическим мотивам обратился Костал Иванович Хитагуров. Свой поэтический сборник на осетинском языке он назвал «Иронфандр». Близость поэтического творчества с народным песенным искусством позволила ему выступить в качестве певца-сказителя. Василий Иванович Абаев очень точно подметил, что поэтические создания народа в руках Коста получали такую чеканную, совершенную форму, что когда они возвращались в народ, они вытесняли народные варианты. Таковы его в «Шати», в «Пастухах», на «Кладбище», большой ряд стихотворений и других на фольклорной основе. В основу поэмы «На кладбище», например, легли сказания «Суслан в стране мертвых» и текстовый элемент погребального обряда «Бахвалдишин» – посвящение коня покойнику. Поэт рисует череду потрясающих воображений картин царства вечности, выводит целый ряд мифологических существ в соответствии с традицией, которые встречаются умершему на пути в иной мир. Это покровитель мужчин, в первую очередь путников и воинов, небесный Курдалагон, сыны солнца и луны, владыка загробного мира Бараштер. Но что же нового вносит Коста в уже известные фольклорные тексты? Ну, помимо того, что расцветил яркими красками, придал динамизм калейдоскопу судеб, проносящийся перед читательским взором. А новое в поэме – это смещение
фокуса внимания, это момент, который превалирует в фольклорном тексте, смещение с мифа эпического на социальный план, на конкретные картины народного бытия, на образ умершего юноши, который трудился от зари до зари, в поте лица добывая свой хлеб, и так и не выбрался из нищеты. И только вот теперь, в посмертном своем существовании, его душа обрела все необходимое – и нарядную одежду, и достойное оружие, и даже снабженным белым конем резвой масти. Во второй половине XX века уже апелляция к нартовской теме имеет другую направленность. Отмечена реализация уже новых литературных стратегий, нового видения традиционных образов. В центре внимания феномен фандыра, который составляет большой культурный пласт и в эпосе осетинском, и в художественном сознании. Это стихи Джикаева «Сердце Амрана», Казиева «Свирель отца Маза», Кадзаева Станислава «Пишвандер». Интерес к эпосу в осетинской литературе обозначился в конце 70-х годов прошлого столетия. Тема эпического заимствования наиболее фундаментально отразилась в творчестве Нафи Джусойты, который поместил нартовский мир в центр художественного повествования в романе «Слезы Шардона». Следующий этап освоения темы нартов приходится на последнюю треть 20-го, начало 21-го века, и связан он с новым жанровым образованием, романом-мифом. Об этом чрезвычайно завораживающем явлении в осетинской литературе можно говорить часами, но прежде напомню, что пионером в этой области эстетических поисков по праву считается Нафи Григорий Джусойте. Его роман «Слезы Шардона», первая книга была опубликована в 1978 году, вторая книга писалась в течение 20 лет, и в полном объеме книга вышла в 2005 году. Шардона фалгонс, самождаха яхима усу фалгонс, фашчите ргум тангдар, вацакан самодишагдару. Кад шайрак фалгонс на унарта качте, оттер ахам кадак зашта миш нарта шардон кам нархай, кам сын футболыштаража, кам са ирважанканы. Ода фандырырав жартыр шырдонима башту. Тынг бира варшык фалгонсу вацаган. Мамагашка нафидыр умагашка рав жаршта шырдон фалгонс. Ама я равдышта бін тонындыр хыжуны. Ум вар иш тынг гуманистон идеята нафиен я чинок уй у штыр философу нуасмыш. Ама шырдон фалгонс ма бін тонындыр хыжыр бакар. Кажется, что нафи чинок бакашамот. На нахаше шейрак шарабон у швалата литература. Ирон швалон, а стак ирон хазарачи комалка на мар швалон, мы ирон аукам зурнс, а хам хазара швалон раджи бажон гавай нарт качтима. У факашин сын сахарчи шалмай хада кашин куна фажон оттар, артака фажон ди кино нафта, интернета тангбира, армагиши на нарт качта тахайдар. Журнал много зао бирок урдашта дарга жонга кота и чинек кашчета нарта качтима. Касадар цикл та юз махургон сади шуасмашта качета, ама шевала така и жагане каусата шта уса тема ма сата ваинца. Ирон фашчета шауасмашта, ам завга таой, виразар таой, архау таой, пайда канс нарта качтай. Жагама фанды кукайта тот раза шардона хинта уз пьеса с махургон сади шног зао. Хубест рая ю актом пьеса фын, уйдар мухургонду динок зау. Ерман арты качты мотив там гашка чифыш, жвалатыфыш, уйдуны уйдиш даурат шланты зоя. Ума иш ахам разырт шардоны тхай. Ум шардон у жарундлак нырыккон сарда ишт. Фала бакаштайдар, удыккадайдар, ясырг жонды хашайдар, у комкома нарты шардоны хужан. Шывалыты литература курайшам, от такка иртар у асмыш нарты качты бендурыл фышчиу, уйма мыгышка у батырты Алыкшандры у асау. Приключения солнечной девочки нартов. Я автор фышшагнал. Фышшын райды тарадже, штай фышшур шагау. Фалакад у асмыш уршагау фышту, оттар
я митуне с завдишим это сокудба варта удунште ирон жарды райгорга. Батерта Александр Чинган, я фолгонста система, я иш нартакачта иш фолгонста, иш рмышка фолгонста. Я шайра кайтар у хуран я чижичижг. Ердартер уса чижг я фандаг самый нарт фашта масарт мраждаха. Самый с таригат чинуда, что у таригат цена хатеркана, юнак хайт качин хосау, ама сам уйтхай бирастер, вот так ты илр садиш. Архау надер жахца у кай чижгу, маштар хур чижичижгу из-за барагу. Фала я фачива у жахна сау, маштар за ума мартаба, что у диш я фат у барагу, а мачина кашак мама гашкан сонтай баш, он танчу и шошлан, шошлан кай уди у мене мэр, маштар шошлан архашта хур чижги ахисан бину и наган, маштар шошлан уди балса мартаба, что мама гашка ансонай баш, он ану кай чижгу уи. Я дархма самодишак фандагал амбалзашты. Зортама даучита лакты зуар дарзыиш, дон беттер дарзыиш, курдала гонал даршамбалзаштам, авшатил даршамбалзаштам, тынгбира мотив тазыиш нарты качтай. Артака ахамрашта гышкота, ама чывалэта рашгафалтар, ширгом чинэг маналыштаханс. Кан ирон чинэг манафала уршак чинэг мадар уршагав жагалдар, иронау тасын ноджажан даркашну манам, а бирата иронау налзорынс. Мама гашка, а сочинил даже самодишкан за ниш, чья бака шау доны, самый нарт качташек ухмарайшой. Сначала собирание, систематизации, изучение и публикации эпических текстов, нартоведение непосредственно развивается и достигло значительных результатов. Оригинальные тексты кадыгов стали переводить на многие языки мира. Таким образом, Европа узнала об осетинском эпосе в начале XIX века. Тогда сказания были переведены на немецкий язык. Впервые о существовании у осетин героического эпоса в Западной Европе узнали в конце XVIII века из дневников Штедера, офицера русской армии, который путешествовал в 1781 году. Он побывал в осетинских обществах и зафиксировал нартовские сказания. Он называл их сагами, а героев называл рыцарями. В России мы баштины так факат тохтор, что вот ахурган таширгом раждах той нарт качте, амбуртканума, ахурканума ирташинма, автомой Цурат Василий Шимбурткота нарт качте текста, ама сади паравахта мин ашадам ахшайртка гамажа. Вот академик Шифнер я фадал шпайдакута усы текста, ама саравахта не масагау в жагалуидар. Я дартар уастадар Шифнер махуркота урдага ишкуцакта, фацакзы кота урыжмаджи кададжи кой, хамасы фырты батразы кададжи кой, штаймасам бафты ташырдуны кадаг, ама урыжмаджи наномла пуй кадаг. Больше всего изданий выходило на немецком языке. Первая обширная публикация осетинских нартовских сказаний за рубежом появилась в 1887 году. Известный немецкий лингвист Генрих Хюбшман в Лейпцигском журнале издал «Сказания и верования осетин». В этой книге он поместил нартовские сказания, которые издал российский ученый Всеволод Федорович Миллер в 1881 году в знаменитой книге «Осетинские этюды». В начале 20 века литературной обработкой нартовских сказаний занимался немецкий писатель Владимир Яковлевич Икскуль, барон Икскуль. В 1912 году в Германии он издал книгу, которая называлась «Песня о Нарте Созерко». Весь цикл он разбил на 15 песен. В 1922 году немецкий кавказовед Адольф Дир издал книгу «Кавказские сказки». Издана была в Вене. И основывалось это издание тоже на нартовских сказаниях, которые издал Миллер в 1881 году. Примерно через 10 лет, в 1932 году, венгерский этнограф, академик Бернат Мункачи издал в Будапеште книгу, которая называлась «Цветы нартовской народной поэзии».
Мин фарашада Штайфан Замажа, Кёльн, Расседиш Нартыкачта, Амбртгонд Шихут Андрей Талмаса, Уршаг Вжагай Сара Талмаску Танем Сага Вжагма, Чинек Хондинарта, Хурфорта, Скифта Шармата Майронадама, Мифтама Герой Консагата, Араштарс Юрий Лебединский Сталмас Шкота Уршага Вжагма, Умагашка Уйбандура. Автомай Садар Ифтина Тадармаза Удиш, Уархага моя фырты цикл, шикота Андрей Талмаса, хуйна дзираша жага. Автомай бахах кутта, нарткачта дзираша сахчак бнатахшилы. На французском языке переводы связаны с именем датского востоковеда Артура Кристенсена. Он в 1921 году в Копенгагене издал на французском языке книгу под названием «Осетинские тексты». Он записал нартовские сказания от осетин-военнопленных, которые бежали из немецких лагерей в Данию. В 1965 году в Париже вышла книга на французском языке известного мифолога и исследователя нартовского эпоса Жоржа Дюмезиля. Это имя, конечно, всем знакомо. Она называлась «Книга о героях. Сказания о нартах». Ценность этой книги состояла в том, что она была сделана с оригинала. Василий Иванович Абаев считал, что переводы Жоржа Дюмезиля являются наиболее значительными. Он называл их блестящими, превосходными. Впервые на английском языке нартовские сказания были изданы в 1925 году. Это был перевод книги Адольфа Дира «Кавказские сказки», о которых мы уже говорили. Но самое главное издание на английском языке появилось в 2016 году. В издательстве Принстонского университета в Соединенных Штатах Америки были изданы нартовские сказания в переводе известного английского переводчика и поэта Уолтера Мэя. Редакторами книги стали всемирно известный американский лингвист и мифолог Джон Каларуссо и осетинский филолог, руководитель Центра скифо-аланских исследований Владикавказского научного центра РАН Тамерлан Салбиев. Несколько раз нартовский эпос переводился на турецкий язык. Дважды переводился на словацкий язык. В 2008 году впервые в Венгрии кадаги о нартах были опубликованы на венгерском языке. В 2020 году эпос впервые был переведен на сербский язык. Готовится к публикации перевод нартовского эпоса на фарси, подготовленный совместно Тегеранским университетом имени Табатабаи и СОИКСИ. Это совместное издание. Перевод сделан доцентом этого университета Марьям Шафаги, а научными редакторами будущего издания выступили сотрудники СОИКСИ Диана Сокаева и Эльмира Гуриева. Нартиада, несмотря на разноуровневость обращения в различные исторические периоды писателей, она была и есть, и останется фундаментальным, непрекращающимся, непрерывным источником развития осетинской художественной словесности, в которой, как мы полагаем, вершинным достижением является роман-миф все-таки. Вершиной взаимодействия двух эстетических систем фольклора и литературы. Это целые миры корифеев литературы, которые принадлежали к разным культурно-историческим принадлежат эпохам, которые обращались к теме нартов, к различным художественным направлениям, эстетико-стилевым тенденциям. Миры, заслуживающие углубленного исследования, разговора о них. Какие-то активные шаги в этом направлении сотрудниками, филологами СОИКСИ делаются, но впереди непочатый край работы. Художественное творчество осетинских писателей неизменно связано с мифоэпическими мотивами. Черпая вдохновение в безграничном мире нартовских сюжетов, авторы пытаются обосновать сакральные смыслы архаической картины мира осетин.
Вы смотрели программу «Тропами Алании». До новых встреч!